Светлана Слепцова заняла, казалось бы, не слишком высокое место, 21-е. Однако выложилась настолько, что немедленно после финиша ей потребовалась помощь врачей. Все были обеспокоены состоянием Светланы Слепцовой. Жесточайший финиш, жесточайший мышечный спазм не позволил спортсменке выступить в эстафетной гонке. Ну и Мария Бадина пообщалась со Слепцовой там, в Рупольдинге, незадолго до переезда в Антерсельву. Светлана чувствует себя сейчас достаточно уверенно, но пропустит также первую индивидуальную гонку на итальянской земле. Света, расскажите, как чувствуете себя сейчас после того натужного финиша, после спринта? Ну, на данный момент я не скажу, что у меня такое хорошее состояние, как было до спринта. То есть мне очень тяжело, наверное, объяснить свое состояние. Вялость ног, постоянно ближе к вечеру начинают ноги отниматься, болит спина. И я не могу понять, от чего это. В принципе, все анализы нормальные, и непонятно, почему так произошло. Какой-то просто надрыв, то ли психологический, то ли я так хотела сильно выиграть. То есть у меня был далекий номер, я видела всех. И, в принципе, до спринта я себя оценивала практически в форме. Вот я стартанула, и через 20 метров я поняла, что что-то не то просто со мной творится. Лыж под собой я вообще не чувствовала. То есть я бежала, я не понимала даже, куда я уже бегу в конце первого круга. То есть это все случилось уже на первом кругу, отекли ноги. Началось все с ног, потом пошло в поясницу, и от поясницы пошло уже дальше, и я отнялась шея, и все. Лежа я еще смогла отработать, даже как-то это все удивительно, конечно, было, потому что я смотрела повтор гонки, мне хотелось просто посмотреть это на экране, как это все смотрелось, а второй и третий круг я вообще не помню. Стоя я не помню вообще, как стреляла вообще, просто вот я до сих пор даже не могу вспомнить свои ощущения. И смотрела я видео после своей гонки, видела свой финиш, то есть я даже не доехала до финиша. А по своим ощущениям, когда я финишировала, у меня было такое чувство, что я въезжаю уже в этот забор, в это ограждение. И я думала, что я уже финишировала, и потом уже позже видела эту финишную черту. В тот момент варианты были абсолютно разные. От нехватки солей в организме до судорожной реакции на перенагрузки. Вы свой организм знаете лучше. Что же все-таки на самом деле было? Причина, конечно, вся во мне. То есть я очень сильно начала гонку. Я очень много думала, почему так произошло, почему случилось вот так вот. Может, я плохо размялась, может, я замерзла, может, я надергала спину уже на разминке. Но первое мое вот ощущение, что я сильно начала гонку, и организм просто не переварил эту нагрузку с самых первых метров. То есть надо было втянуться в гонку, так как трасса была, как по нашему сленгу, биатлонному, как доска. То есть ноги по такой трассе очень быстро забиваются. Вот. И, может, мышцы с этим не справились, и все вот это вот пошло наслоение. И к третьему кругу я вообще не понимала, что я делаю. И вот, может, из-за этого, может, то, что мы перед Новым годом были в горах, просидели всего 6 дней, у меня организм не успел акклиматизироваться. Второе, что, может, я надергалась в Оберхофе на эстафете, просто перепрыгнула через себя и уже там бежала на последних силах. Может, сказалось это, потом еще две гонки. И, может, пошло просто какое-то наслоение, организм не справился, и вот получилась вот такая вот ситуация. Свет, чего же вы себя не бережете-то? Ну, характер у меня, видимо, такой, что, выходя на старт, я не могу просто бросить вот так вот в гонки все. Просто, как мне некоторые люди говорят, ну, почему ты не сошла? Абсолютно правильно. Почему вы не сошли? Ну, я, честно, я не могу передать это свои ощущения, почему так произошло. Ну, я вот считаю, что вот у меня вот такой характер, ну, я бы не позволила себе сойти с дистанции. Это то же самое, что, наверное, так же вот сейчас кто-нибудь сидит на работе, просто пошел домой, и все, никому ничего не сказал. Это, в принципе, то же самое. Это моя работа, я должна ее делать до конца. Такое у меня воспитание. Я не знаю, может это характер, может это другое. Свет, несмотря ни на что, насколько я знаю, вы продолжали тренироваться, никуда не уехали. Вот эта пауза не соревновательная, она помогла? Да, конечно, безусловно. Когда все случилось, на следующий день я уже хотела уехать в Анхольц, потому что чувствовала, что мне все это будет очень тяжело. Находиться здесь, смотреть, как тренируются, как бегут соревнования, для меня было бы это очень тяжело, так как ты знаешь, что ты тоже должна здесь бежать.
Вот. Но потом мы очень долго разговаривали с тренерским штабом, с руководителями. Все-таки я решила остаться, потому что... Ну, и готовиться на спринт по Сьют, на Ванхольце, так как все равно нужно сейчас набирать снова соревновательный режим. И если бы я уехала, просто бы на эти гонки попала в яму. Да я думаю, что все будет нормально, будем тренироваться, готовиться, бежим третий этап, и потом переедем в Ванкувер, и там уже начнем с новыми силами готовиться к Олимпийским играм.